Экс-премьер Франции Мануэль Вальс подвергся нападению в Страсбурге. Неизвестный мужчина обсыпал его мукой. Вальс, борющийся за президентский пост, приехал в город в рамках праймерис. У входа в ресторан, где была назначена встреча с избирателями, экс-премьера и подкараулил протестующие. Мужчина кричал, что это Вальсу за статью Конституции Пятой Республики, которая позволяет премьеру принимать решения в обход парламента. Вальс воспользовался этой крайне непопулярной мерой неоднократно. Именно так был принят закон о трудовой реформе, который вызвал массу протестов во французском обществе.